Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать, как можно сделать быстро рождественский венок. Дело в том, что основу для этого венка я заготовила еще осенью. Но можно эту, в принципе, такую же основу, точно такую же купить в специализированных магазинах. И у меня на всякий случай всегда есть такая основа. Если куда-то пойти в гости, быстро сделать венок или еще что-то. Появились в Ашане сад еще в октябре. Вот я купила несколько игрушек композиции. Это вот сани, вот такие бубенчики, вот панцы, те, которые очень сразу напоминают о Новом Годе. Ну, подсвечник, елочка у меня была. Вот, ну, в принципе, я вот ее сделала. Ну, подарки. Это, в принципе, можно везде найти. И несколько таких вот небольших грибочков. Вот. И несколько живых елок, веток елочки. Я вот их уже порезала помельче. На эти сани мы установим елку, которая у нас будет. И подарок. Этот подарок я буду дарить подруге, которая живет за городом, нужно будет везти. Поэтому я прибегу к помощи клеевого пистолета. Чтобы можно будет его к весне разобрать и использовать уже для весенней композиции, для нашего любимого праздника, который мы с вами всегда ждем, это Пасха. Сани мы поставим сюда и закрепим их. Вот, с елкой. Пуансеттия вот у нас будет где-то здесь. Угу. Вот, сюда вниз я сделаю такой подвес, будет с колокольчиками. И, значит, вот здесь будет он держаться за красную ленту. И вот так вот мы где-то вставим наши грибочки. Сюда ставим и закрепим. Они, слава богу, на такой проволочке. Их, в принципе, очень легко закрепить. Но перед тем, как мы их ставим, нам нужно будет поставить ветки елки, которые тоже достаточно легко можно просунуть их. И потом закрепить. Вот, вот у нас где-то что-то такое будет. Давайте я закреплю, а потом мы посмотрим, что у нас получилось. Вот еще хотела сказать, что вместо живых елок можно использовать и, в принципе, вот искусственную. Если живой нету, то вот так вот искусственную. Но мы сделаем живую елку, потому что, вот, как мы уже сказали, чтобы это все было более такое, более натуральное, более красивое, более натуральное. Угу. Вот. И теперь, значит, вы видите, что я уже сделала венок. Но вместо цветка, какой я предполагала здесь сделать, вот, я решила, что это очень официально, и он не очень идет к нашим легкомысленным саночкам, горошек и грибочкам. Поэтому я заменила его на бантики такие вот, использовала вот такую для бантиков. И, значит, вот здесь грибочек и тоже бубенчик, такой же, как и здесь. Ну, закреплять санки, в принципе, очень легко было, потому что я взяла просто проволочку, проткнула с той стороны и закрепила вот здесь, вот видите как. То же самое я сделала и с грибочками. Они были на проволочке, очень легко закрепились. А подвес мы привязали вот здесь, прямо к саням. Здесь у них специально такая штука вот есть для крепления. И, в общем, закрепили. Поэтому вот у нас появился... Это делается, как вы понимаете, моментально. Вот у нас появился такой вот веночек. Ну, еще я хотела сказать. Значит, этот веночек я подарю. Я решила его все-таки сделать из живых веток. Здесь специальная елка привозная канадская, которая долго будет в хорошем состоянии. Поэтому искусственный, вот все-таки мне не очень нравится искусственный. Почему я вот и основу брала такую? Поэтому я вот отказалась от искусственной. Вот. И сейчас второй подарок, который я буду делать.
своей подруги. Вот. Это вот такая вот обезьянка. Вот такая обезьянка. Ну, она очень любит старинные игрушки. Я постаралась эту обезьянку сделать в таком старинном стиле. На елочку ее можно подвесить или где-то при входе, чтобы это было... Ну, такая достаточно старинная игрушка. Вот похожа была. Вот. Вот она какая была. Я ее купила в Икее. В Икее, в Ашане. Вот. Она стоила там, по-моему, 120 или 130 рублей всего. Вот. И вот из такой, в общем-то, не очень интересной игрушки, которую никто не хотел взять, вот я постаралась сделать такую старинную игрушку. И сейчас мы с вами посмотрим, как это все вот делать.